Так, мы позавтракали нашим бесплатным завтраком, который нам вчера обещали. И пошли на пляж. А Нави так и не была еще на пляже здесь. Очень много туристов приехало в этот резорт, и правда. Иностранцы разные. Почилим немного. Юбочка вообще по кайфу, что молочко пьет. Красиво здесь, конечно, но вода постоянно мутная и очень мелкая. Ну, для купания не очень прикольно. Для снорклинга это надо куда-то ехать постоянно здесь. А зато пляж очень красивый, то есть выбирать. Потому что вот такого нет, по-моему, что вот... А, есть на этом, на Сибу Мальбуале, где мы были. Но там много очень тоже людей, туристов. А, все кафехами всякими застроено. И дороги еще плохие при этом. Вот, но там пляжи, ну не такие, конечно, попроще, но тоже белые. И сразу сардины, кораллы, сразу все, черепахи. Вот это тоже уникально довольно-таки. Пока-пока. Ты чё? Что ты делаешь? Итак, доброе утро. Мы... А, добрый день уже. Ой, какие лужи. В общем, мы выехали из нашего отеля, потому что там нету мест. Но нашли другой на пляже. Примерно за такую же цену. Последнее, я думаю, мы здесь останемся. Сегодня понедельник, до четверга останемся. Потом приезжаем на Панголы. Опять к ребятам на пару дней остановимся. Там сделаем стирку, все дела. Файлы закину опять. Едем на Баликасак все вместе. И едем домой уже. Вот, и наша третья, как бы. Да, примерно 3 недели, получается, мы будем на Панголы. А может, даже практически месяц. Фу, не на Панголы, а на Пахоле. Наше большое приключение закончится. Вот. Ну, а сейчас за 4 дня здесь посмотрим все в окрестности. Что есть. Здесь много всего. Пещеры какие-то и так далее. Посмотрим так в неспешном темпе. Собака, здравствуйте. Можно пройти? Hello, reception is here. Yeah. We just booked in booking. Dimitri? Yeah, Dimitri. Вон зато красиво как. More nice here, peaceful. Да, прикольно здесь. Просто немного заброшенное место. Ну, так, все, наш домик готов, говорят. Можно заселяться. Посмотрим, что там. А комнаты здесь вообще дешевые, что-то за $20 в день. Были вот в этом, наверное, здании, в зеленом, в другом. Так, вот. Ой, too much. Так, ну да, вид на море, в принципе. И вот, на такое море. Наша обзорная площадка. Фу, дышать нечем, здесь так побрызгали сильно этим. Вот, ну так, в принципе, симпатично, просторно. Рабочее место оборудовал. На это йога. А Юрчик с собакой, все за собакой ходит. Шторм надвигается. В общем, у нас почти вечер. Мы решили здесь гриль сделать. Нави решила, хочет сделать. Рыбу приготовить. Здесь такая мини-кухня.
Воды нет. Познакомился здесь с дайверами, ребята здесь дайвят уже 3 недели на Филиппинах. Вот им, кстати, понравилось. У нас больше всего пока на Негросе, там, где мы живем как раз. Акулу видели. Ну, акулу не там, в другом месте. Так, малыш, куда ты пошел? Вот здесь тоже банди есть. Дайвинг неплохой, говорят. Чего, малыш? Водичка не работает. Муха? Ой, муха какая. Ой, улетает. Ой. Снайпер сжигает без бумаги, без бензина, без розжигов всяких. Пока мама готовит, мы тут развлекаемся. Малыш, скажи, как лягушка делает? Малыш, занят кошельком моим. Спасибо. Ты у папы научился? Как лягушка делает? Да, вот в это поиграйся. Как лягушка звучит? Правильно. Все, вот и готово. Вкусно? Да, вкусно. Вкусно? Да. Ой, шашлык. Everything is gone. А это здесь нормальная сейчас ситуация. В ресторан приезжаешь, по карте, он такой. Ковид и тайфун здесь убил все. Все, что было. Sunday. Было не так много. Open daily. Поехали в столовку, короче, искать. Малыш, ты курицу пришел есть? А? Курочку? Это самый крупный город тут. Так, заплатили 1 бакинский тут на дорогу. Блин, этот звук как мне нравится. Все хуже и хуже становится. Тормоза. Или что-то попало туда, или уже надо их диски менять. Едем куда-то в пещеру какую-то. Какие-то тут домики. Мороженку на дороге продают. Посреди дороги. No. No. Oh, it's with... Somebody swimming there. Some... They are swimming here. Oh, water is clean. Clear. Парад на тубик на дом? Matamis, sweet. Sorry. Sweet water. Ano nga siya, ano? Para tubig siya, ano nga? Hello! Tubod, gede na din, ha? Malami. So many garbage. Hi! Ah! Hi! Inay! Ito! 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 Ah, ito! Bug na? Bug na, tubig? Так, короче, да, в этом. Там столько людей в этой пещере. Местные от жары прячутся там, видимо. А, может, с утра завтра сходим, чтобы искупаться надо, когда поменьше людей будет. Наверное, с утра. Пока прохладно. Сейчас еще посмотрим, что тут за пляж. Тут тоже пляж какой-то есть. Да, много мусора валяется. Местные оставляют, никто не убирается. Интересно, 50 песо за что мы
Oh, so handsome, baby. So handsome. Так, ездим тут по пляжам. Ничего пока прикольного. Один закрыт, другой такой же, как наш. Что-то на самом деле такое сонное состояние, какая-то апатия. Ничего не хочется смотреть вообще, ездить и снимать неохота. Не знаю, что-то нет настроения. Хочется вернуться просто. Хотя, ну, красиво, все прикольно. Но, может, слишком долго нам, может, да, мне, наверное, не очень нравится постоянно, да, куда-то ездить, в дороге где-то быть. То есть слишком долго. Сколько? Ну, 3 недели сейчас. И что-то немного поднадоедает, да. Так, здесь бесплатная парковка, бесплатный вход, везде написано. Посмотрим, что здесь за пляж. Но музыка уже классная. Да. Вот прикольное место, где можно приземлиться. И много тенька. Наверное, сейчас прилив, еще так много воды, поэтому... Просто чилим. Зачем куда-то ехать, когда здесь такое? Никого нет. Чё, малыш, после душика? Будем ужинать. Курицу, которую сегодня купили. Как мы без курицы? Никуда без курицы. He's crying. I can hear your voice there. Hi. Good morning, guys. Good morning. Wait. Your cheek. Поцелуй папу. Извините сам. Поцелуй маме. Kiss mama. Good boy. Thank you. Kiss the baby. 1, 2, 3. Since last night. Now it's raining again. Воды нет. Доброе утро, малыш. Playing game here. Four. Taman 100. Makan dah, Korean. You too. Iyo tutup be. Aku sa. Tutup. Coba masunut. 1, 2. Baik, saya baik. Ni aja tu bang, merak bang. Там пару дней позависаем, позагружаю файлы и
поедем, наверное, на Баликаса, на остров все вместе, где мы дайвили. А потом это в субботу и вернемся обратно. Вот и все. В итоге мы в Анде были несколько дней, ну, не знаю, дней 5, наверное, в общей сложности. Вам покажется, что там 1-2 дня мы снимали. Ну да, мы просто иногда не любим вот прям вот гоняться за этими ощущениями, там как это, ну вот когда так начинается, когда приезжаешь в место, начинаешь там то с тарзанки, там то с аквалангом, наверное, то еще куда-то прыгнуть, залезть куда-то. Ну это похоже уже немного на наркоманию. То есть когда за короткий промежуток времени хочется там в одном месте все посетить. Вот нам нравится больше такой как бы, не знаю, как назвать, осознанный вид путешествия. То есть когда ты можешь дать себе время просто посидеть на море, ну вот, при том также возможность иметь тоже не снимать, например. Вот у нас были такие вечера, например, вчера, да, мы просто ужинали на закате. И просто не снимали это, не... То есть тоже хочется проживать какие-то же моменты в путешествиях без какой-то гонки, спешки, фотографий, чтобы кому-то там что-то показать, а просто для себя. Вот. И вам я советую делать так же. Опять в Макдональдс пришел. Что ты тут будешь есть? Закончил кушать. Вот здесь вообще другие трассики. Смотрите, какую они приставку делают. Такой мотоцикл. И типа такой микс получается джипни и трассика. Мы как с Мнави шутили, это типа дети джипни и трассику. А такой уже это готовый вариант. Это уже сделаны. На Панглау тоже такие. Видите, я как говорил, везде они разные делают. А вот это самодельные уже. Единственное, как они, интересно, назад сдают. Я предполагаю, что у них в самой этой системе есть моторчик дополнительный для заднего хода. Вот. Такие штуки. То есть вообще другие. Каждые 100 километров меняются они. Who is it? What's it? Какой-то местный продукт из липкого риса. Типа джема. Только очень липкий. Традиционное местное блюдо. А, это все в кожуре кокосов. Мы ремонтируем. Решили все-таки в ремонт заехать, так было ранее. Малыш, хватит выкидывать свою кепку. Вот так. Вот, все. Вот, сказали, поищет. Колодки стерлись или что там, короче, не на диске. Поищет новые. Если не найдут новые, как-то что-то шлифанут, короче, но так, чтобы нам хватило до того, чтобы мы вернулись на Негрос. Сейчас Арсений взял нас заберет, потому что они после обеда так и сделают машину. Автосервис, малыш. Что там это самое? Что-нибудь сняли интересное, дополнительное? Какие-то новые места посетили там, нет? Да особо нет. Что-то погода плохая была. Мы в основном там просто позалипали на резорте. А я там прыгнулся с этой скалы. Юрчик, вареник. Будешь вареник? Арсеник нашел русский. Это русский, да, ресторан? Да, русские вареники, да, с капустой, с картошкой. Русский ресторан нашел здесь, на Панглау. Вареники купил. Капустные.
вкусные. Сметанки нет еще? А, ну вот сметанку мы съели. Была сметанка, но уже нет. Сметанки already don't have. But they have there.